Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня букс. Называется Pytheverse. В общем, Pytheverteaser. Вот так называется. Динам абсолютно без вложений дают зарабатывать биткоин сатошки. Это можно здесь на главной страничке ознакомиться и почитать. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем зарегистрироваться. Перебрасывает на форму регистрации. Вводим логин, email, биткоин адрес, привязанный к FaucetPay, пароль, разгадываем капчу. И вот здесь, если капча непонятна, кликаем на капчу, капча меняется. Вот сюда на первую вкладочку кликаем submit, потому что внизу еще вот сюда на первую. Значит, я зарегистрирована и мне надо войти. Кликаю логин по логину и паролю. И также капча. Два вида капчи. Первая была легкий пример. И вторая буква. Набор букв. Так. Ниже опять вот сюда на первую submit. Попала в аккаунт. Значит, на балансе у меня 13 биткоин сатошиков. Видим. Значит, здесь настройки. Можно изменить адрес. Если. Ну или прописать. Значит, минимальный вывод отсюда 10 биткоин сатошиков. У меня есть минималка, так как у меня на балансе 13 биткоин сатошиков. Зарегистрировалась я вчера, 14 января. Сегодня 15. Значит, я еще ничего не выводила. И давайте сразу проверим его на вывод, да? А потом пройдемся по вкладочкам. Не знаю, инстант или же в ручном режиме. Сейчас проверим. Комиссии 0. FaucetPay. Submit. Так. И что мне тут написали? Переводим на русский. Так. Снятие. Выплата сумма при... превышающий баланс. Значит, я вывела, что ли, выходит. Что-то непонятно. Давайте обновим страничку. Если баланс обнулится, значит, вывелись. Да, баланс по нулям видим, да? Сейчас пойду проверю на FaucetPay. Обновляю страничку. Пока нет у меня вывода. Ладно, вернемся. Так. И пройдемся по вкладочкам. Здесь ПТС, АДС. Ничего такого нет. Здесь просто рекламируемые ссылки. Я зарабатываю здесь серф АДС. Здесь по одной сатоши. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 биткоин сатошиков. За всю рекламку, как бы, да, мы можем уже набрать минималку на вывод. Так, коротенькую я вам хочу показать.
рекламку. Давайте. Нас перебрасывают на страничку. Значит, здесь должно появиться вот такая Go. Видим, да? Если ее долго нет, просто кликайте или перезагрузить. Обновляем страничку. И вот эта штучка появится. Go. Нас перебрасывают на страничку. И идет отсчет таймера. И вот такой пример. Если непонятно, кликаем на него. Идет как бы следующий пример. Если непонятно, опять кликаете. И опять обновляется капча. Понимаем, да? Может быть легкий пример, может быть набор букв. Submit. Все, зачет. Таким вот образом как бы просматриваю рекламку. Вот здесь offer valves, кран. Здесь на кране дают одну сатошу раз, по-моему, в 20 минут. Да, одна сатоша раз в 20 минут. Следующая. Короткие ссылки. Если кто любит и умеет собирать, пожалуйста, собирайте. Просматривайте вот эти короткие ссылки. Здесь также набор рекламируемые сайты. Реферал контент. И тут больше фаусет лист. Ничего такого нет. Так. Возвращаю дашборд. Так. Опускаемся ниже. И вот сюда на зелененькую вкладочку кликаем. Находится реферальная ссылочка. Ссылочку копируете. Как бы и делитесь с друзьями. Следующее что? Опять. Ой. Так, обновляю, проверяем вывод. Если монеты не пришли, я поставлю просто на паузу и подожду. Нет, монет нету пока мест. Так, вывод видим, да? 10, минимум 10 сатошков. Пока пауза, после продолжу. Прошло 1,5-2 часа. Обновила страничку комплект. Переходим на кошелек. Здесь я уже обновила страничку на Faucet Pay. Видим Pite Vertiser. 13 биткоин сатошиков 15 января. Все замечательно. Букс платит. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.